Великий дом. Дом творческого подвига прославленного мастера. Дом, где светлые тени возрастаются до черт знает каких размеров и становятся темными. Где по оконным проемам скользит тень дочери ночи Мойры и Маргариты. Дом аллюзий и иллюзий бог знает каких реалий, где сам Иешуа не смог избежать предопределения судьбы. Нехороший концерт. Мессир? О нет, не беспокойте себя, продолжайте. Продолжайте этот милый ненасытный шабаш, который, как я вижу, вы намереваетесь затеять. Никаких интердиктов с моей стороны, сударыня, продолжайте. К тому же вы верно подметили, кабы не было теней, не было бы и судеб. Мое почтение, мессир, какая честь. Разрешите вам представиться? Ей-богу, сударыня, не трудитесь, ей-богу. Мир вам! Как говаривал один строитель храма духа, что же касается имени вашего, звук живой, имя ваше, им будет пронизано в ближайшее время все это варьете. Благодарю вас, сир. Вот мучение, дорогая госпожа. Я же не сотворил это яви. За что же вы, собственно, меня благодарите? Я только констатирую движение вашей воли. В общем смысле, являю всей этой эфирной богеме на одно измерение больше, чем нужно. Вы же повелевайте, повелевайте им проснуться, бодрствовать. Или возьмите иное желание, повелевайте им смешаться с тенью ночи. Пробуйте, сударыня, пробуйте, повелевайте. Попробуем. Черная полынь, спокойной ночи.